друзья. Приготовьтесь. Предположим, герой молодой не человек, холостой кавалер. Должен ехать в провинцию дней, так на 10 делать дела. Оставаясь с границей, он рожает звездой интерьер. И, пожалуй, не врет, говоря, что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, без него не подмигивать здесь никому. Сотый раз напоследок уже у дверей умоляет писать ему, чтобы нам не было в день по письму. Рисовать голубка на конверте и слать непременно скорей. И красавица тем же вполне от души отвечает ему, обещает писать, ободрит кивком, одарит цветком, наконец отпускает и в 10 минут забывает о нем. А герой, повелев ему щеку не зевать, через сутки пути прибывает на место, въезжает в гостиницу и принимается существовать. То есть это он движется с телом и весь в экипаже нет. Озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур, что не день на подарки поехал, кому не жалеет монет. Покупая смарагдовый хлам и серебряный сумку. Или в номере, кстати, весьма дорогом, вечерами письма от негодницы ждет, изнывает от скуки дурак дураком, не пьянеет гладает ликер и бисквит, без охоты жует, ожидает конверта с условным налетом киглухом. И до мест ожиданий уходит по бархату взад и вперед, а кокетка не помнит, она занята, что ни день, ниже час, на ее с головой поглощает завод. То непрошенный гость у нее, то мигрень, то потом маскарад, то сам маскарад, то верчение столов, то большая примерка и так, что не день. Предположим, неделя проходит, он ждет, а письмо не идет. То есть рухнули связи, обмякли устои, поверхли миры. Почтальоны ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход. И один за другим, вероятно, упали с высокой горы. Проведя три ужасные ночи без сна, на девятые сутки в единый прием он снотворного склянку, что свалит слона, осушает и враг, наконец, заглушает его забытье. В это самое время внезапно о нем вспоминает она. То есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нем. И, конечно, бросается прямо к бюро, из бюро внимает, конечно, бивар, разбивая бумагу, берет и перо. И строгой-строгой погоняет, строгает, к рассвету послание выходит пустым, как отчетовый роман, во глупо текущий до ночи коротка. В 10-е сутки с утра просыпается наш кавалер, выпивает свой кофе, причем даже с юмором смотрит в окно. А потом не спеша тормошит саквояж, достает револьвер и, конечно, стреляет прямо на бархате, что неумно. А конверт-то надписан уже и закрыт, не без помощи воска, смолы и огня, силуэт голубка в уголке не забыт. Путевые издержки рассчитаны, нарочный сел на коня. Остальные детали впоследствии следствия определим. Пока угадайте, что в этом во всем привлекает меня. Ну, конечно же, нарочный. Боже ж ты мой. Это как он поскачет сейчас. Полетит, не касаясь дороги, помчится стрелой. А часа через два ни с того ни с сего на дворе постоянно я встречу его и в глаза посмотрю с значением. Но не скажу ничего. Да и зачем, господа пассажиры, четвертый звонок занимает я места, живу в прыжину зам, ни во что и фарикрам, кто не согласен, вот порог. Решено, что мы едем в Эдем, это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господа вояжеры, таков эпилог. Один, да и корни по смыслу, считай заодно. О, пушите мне, Эллин, этот язык уже как-нибудь не